Приветствую вас, друзья, с вами снова Рима. Сегодня у нас продолжение Mountain Blade 2 Bannerlord за Манала. Ну что ж, поехали в Макеп. Мы, кстати, продолжаем воевать с Северной Империей, насколько я помню, да? А Южная Империя, с ними воюем. Есть вероятность, что нам объявят войну Асирайский Султанат, потому что появилось обновление, где сейчас войны становятся чаще, да? И также до обновления я замечал, что мы, например, объявляем войну, забираем город и сразу заключаем перемирие. Этого вроде бы сейчас не так должно быть часть, ну, не будет так часто происходить и все такое. Надеваемся ли мы? Всем приятного просмотра. Поехали. О, верблюда сейчас будем разыгрывать. По ходу дела, помимо войн, мы еще будем участвовать в некоторых этих. Ух, по мне кто-то мальнул жестко. Давай вот так вот сделаем. Пикл-дык. Ей, бой. Больно? Больно, мне тоже больно, братан. Дай меч. Меч, да? Да. Обновление. Бета. И все эти обновления они еще не исправили. Это маш. Это маш. Наш. Астана наш. Вот это чпокнем. Есть будет. Это наш. О, можно коня, в принципе, взять. Что-то там, кого-то там. И... А мы их чпокнули. Так, далее идем. Каждый сам за себя. 4 игрока. Здрасте. До свидания. Здрасте. До свидания. Еще один. Глифа жесткая. Этот отбил. Молодец. Вот это было жестко. Вот так вот. Хорош. Так, идем дальше. Один на один. Посмотрим. Ага, понял. Пик, елдык. Попади в стоячего. Давай. Я буду стоять на месте. Попади в меня. Давай. Я стою на месте, попади в меня. Блять, попал. Посмотри, а. Куда он мне попал? В руку. В левую. Жестко. Рима, не матерись. Один на один. Никасор и Манал. Ладно. Ёптать, я же не был стоячий. Не надо так. Вот так вот не надо. Так нельзя. Да умрешь ты сегодня, нет? На, в голову. Хорош! Просто жесть. Все, мы выиграли. Теперь быстренько собираем шмотки и делаем Себастьян. Итак, давайте попробуем собрать армию, если у нас вообще такая возможность есть. Нет возможности. В принципе, можно собрать армию. Потенциально можно это сделать. И да, готовиться к войне надо. А это значит пища. Надо пищу покупать. Пища, это очень важно. Масло смашло, рыба шмыба, сыр шмыр, мясо шмясо есть у нас. Пиво шмиво нет у нас. Так, инструменты не будем. Ну что, поехали. А, у нас еще 11 пленных. Продадим пленных. Можно помочь захватить замок Сират, либо просто пойти помочь отбить замок Карения. Одно из двух. Голосуем. Не буду я, наверное, идти. Там и так, наверное, замок наш будет. Скорее всего, они сейчас его захватят. Если уже не захватили. Не захватили пока что. Хорошо. Пройдем через Чайкант. Не будем заходить. Посмотрим на замок Сират. Что-то вот меня, честно говоря, разработчики чуть-чуть Сират захватили. Отлично. А вы его нам не дадите? Слушайте, ребят, мне кажется, вот последнее время, после релиза игры, что-то они прям жестко, я не знаю, опа, иди сюда. Они допустили очень много ошибок. Очень много. Баги появились, это возможно из-за плойки, они там к плойке делают, да, готовятся, и возможно из-за этого. Ну что, поехали. Защищать деревню, тут нашу деревню грабят. Грязные имперцы, сейчас мы их будем ротать будем. По-жесткому. Что вы думали? Против крестьян вот так вот шатать? А, я вам сейчас покажу кузькину мать, ёптать. Мяч, сука. Следующий. Заведующий говорит. Опасно. Мяч, сука.
Шалеть. Я сам в шоке от такой комбинации. Ошалеть просто. А? Грязные имперцы. Минус. Знамя, знамя. Знамя дай. Молодец, знамя мое. Знамя наш, ребят, наш. Кто не в курсе по поводу прикола наш-наш, введите в поиске Google, либо YouTube, Астана наш-наш. И вы узнаете, что это за прикол. Это наш казахстанский прикол, ребят. Это мем уже, ёпкит. Итак, у нас минус 3, у них минус 59. Я так понимаю, мы сейчас ее в плен возьмем. Ну, у нас хорошие отношения с тобой. Давай мы с тобой на щекилдык вот так вот. Я могу идти, что ж, тогда всего доброго. Всего доброго, до свидания. Отношения плюс 9. Возможно, ты станешь нашей, наш-наш, когда-нибудь. Когда у нас будет свое королевство. У нас уже есть королевство, конечно, но не свое. А я имею в виду, когда у нас будет возможность стать ханом, ты примкнешь к нам. Возможно, но это не точно. Ладно. Вот это вот. Это сейчас у нас, кстати, одно задание завершится. И через какое-то время, через один день. И у нас будет переполнено все. Поэтому быстренько идем в Данустику. Там дальше Данустику мы выложим. О, за Манала хотят проголосовать. И я воздержусь. Все-таки отдают нам замок Сират. Спасибо. Мне бы, конечно, город не помешал. Ну, замок Сират тоже нормально. Спасибо большое. Не будем там этот задерживаться. Так, проходим через Аниру. Очень-очень. Прям вот на пол шишечки, да, очень осторожно проходим. Заходим в Данустику, и после Данустики пойдем в замок Шибельзур, либо замок... Да, замок Шибельзур, наверное, будет лучше, да? Туда-сюда, анау-манау. Продаем плены. У нас знамена есть какие-то, появились, нет? Да, штандарт долго какой-то появился. Повышенный урон в ближнем бою 0-1. Пойдет для сельской местности? Пойдет. Сыр-шмыр. Продаем. Хотя можно было не продавать, конечно. Ну да ладно. Финики, шминики продаем. Покупаем пиво, шмиво тоже покупаем. Итак, сейчас выполнится задание. Так, у нас... А, подожди, у нас сколько замков? Мы один замок потеряли, что? Лавентия? Подожди, подожди. У нас же был... А, вот, замок Тамну. Пойдем в замок Тамну. А выложим туда пацанов. Прям жестких пацанов выложим. Посмотрим, что там по строительству. У нас вроде бы он как... На крайне стоит и опасно. Есть вероятность, что мы его потеряем. Но это не точно. Ну и 168 пацанов здесь у нас. Я помню, у меня были лучники ополчения. Стрелок, ветеран не трогаем. А сирайский лучник тоже. Тоже. Дворцовый элитный пес сюда кладем его. Имперский легионер тоже кладем его сюда. Короче, всю пехоту сюда херачим. Вот так вот. Щекилдык. Управление замком. Деньги есть, но вы держитесь. Ярмарки строятся, да? Стены у нас третьего уровня. Амбар, ярмарки, шмярмарки. Ладно, поехали дальше. Так, посмотрим в Кука. Если там... Хотя там, блин, конница. Мне нужны... Ребята. О, воины вернулись. Да, здесь одна... Ладно, возьмем конницу. А будет война. Имейте в виду. Сейчас жестко будет сохранение. Что у нас по ожидаемым прибылям? Прибыль, в принципе, идет хорошая. Смотрим. Караваны, шмараваны, отряды, шматряды. Чаган растет. Урунак тоже растет. Рамина обездолена в нашем отряде. Правит замком. Отряду армия Тулага. Близ поселения. Так, это туда-сюда. Я просто хочу понять, есть ли ребята... А, это тоже правит замком. Все, понятно. Я думал... Ну, сейчас у нас будет еще одна возможность дополнительный отряд клана сделать. И расширение всех кланов получим. И ограничение на дополнительных спутников плюс один. Ну, да, надеюсь, что... Так, нам надо завершать войну, по идее, с этими северянами. Ой, с южанами. Южная империя. О, пехота и лучники. Берем. Так, тихо, спокойно. Вот это. Вот это. Вот так.
Щикилдык. Так, а что по заданиям? Я что-то промахнулся с заданиями. Не, по заданиям вроде бы тут все нормально. Караваны, иди сюда. Ох, тащище. Вот, кстати, здесь у нас задание есть. Караван мы не догоним, конечно же. Требуются рабочие. Слушай, а могу я отправить вот этого? Иди. Делай рабочих. Выполняй задание. Так, замок Тамну. А замок Шибель-Зумур. Кстати, надо подписаться на замок Тамну. Тамну. Замок Шибель-Зумур. Язык сломаешь. Управление замком. 100. Ага, 0. Ну, давайте десятку закинем сюда. Пусть строится. Стены. Ага. Ага. Сады. Стена. Подожди. Вот это начинаем строить. Сады что нам дают? Производство еды. Хорошо, вот это строим. Ярмарки к верности к поселению. Верность у нас... Ой-ой-ой, у нас верность падает. Ну, гуляния, игры у нас уже идут. Здесь вообще будет сильно падать верность, да? Плюс к верности поселения. Слушай, ну, что-то ты не справляешься. Неужто они недовольны? Что... Я ими командую. Поехали в Хусун. Фук. В этот невероятный город. Я помню, когда анонсировали Mount on Blade, разработчики типа планировали сделать возможность строительства замков. То есть из деревни сделать можно замок. Но потом они отказались от этой идеи. По какой причине, я не знаю. По причине, наверное, дисбаланс был бы, да, наверное, было бы неинтересно. Как вы думаете, напишите в комментариях. Было бы круто, если вот так основывать свой там замок, либо города, либо еще что-то. Мне кажется, это был бы вообще другой геймплей. И... Не знаю. Вот как-то так. Короче, напишите в комментариях. По-вашему, как бы это выглядело. Голосование. Владелец Амбреллы. Манчук, Тулак, Манал. Могу я за себя проголосовать? Ну, такое. У меня сторонников нет, я воздержусь. Да. Члены клана в армии 0.97 нам дают. Сторонники у нас так и не появились, да, насколько я знаю. Сторонников нет, к сожалению. Надо будет поделать миссии еще побольше, чтобы появились сторонники. Они очень хорошо генерируют вкусняшки. Так, торговля. Куларн Скотократ. Одна ячейка принадлежит, так каждая вам мастерская приносит нам прибыль. Ну, давай вот это вот. Я не знаю, какой ему лучше качать, посмотрим. Итак, а сколько 8 дней осталось до окончания задания? Может быть, пограбить деревни пойдем, попробуем. Тоже надо грабить их, а то они что-то вообще расслабились. Что за задание здесь у тебя, бро? Нужен скот. Не хочу. Не хочу. Приведите силу. Дайте нам припасы. О, давай. Они хотят воевать с нами. Я за. Я всегда за. Автобой. Пошел. Просто найти и отшатать. И высушить. Римас, ты только что недавно осуждал тех, кто грабит деревни. Ну, а что? Бывает. Ёпты, здрасте. Больно! Ух, ёпты. Бадья тут. Мась, сука. Хорош. Давай. Больно. Больно. Мне больно, господа. Слушай, мне нравится этот топор. Как он называется, я забыл уже. По башке прям раз и на матрас. Больно? Ну-ка, от первого лица как вообще выглядит? Так. Ладно. Римас, ты только что осуждал, да? Тех, кто грабит деревни. У нас минус один, к сожалению. О, двуручное оружие. О, вкачали. Сейчас посмотрим, что мы там. Там, кажется, этот есть. Разлом щитов или что-то такое с этим связано. Такой скилл, который ломает щиты. Вот его надо изучить по-любому. Ну-ка. Убийца-чудовищ. 50% урона, который вы наносите двуручным оружием по ездовым животным. 10% урона по ездовым животным. Ну, такое себе. А вот это вот, щитолом. 40% к урону двуручным оружием, наносимым по щитам. И 10% по щитам, которые наносят ваши воины вашего подразделения. Вот это берем.
И дальше его качаем. Нам бы, конечно, энергию, блин, и контроль нужен, и выносливость. Выносливость, что у нас там по выносливости? Ну, нормально, нормально. А какой уровень я уже? 25 уровень, нифига, как мы быстро прокачались. Что там? А. Вы бросаете с трудом? Нет, 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 не бросаю с трудом, конечно. Так. Я уже запутался, если честно. Начинаем грабить. Сколько процветания в этой дереве? Очаги 355. Ладно. Ой, как вкусно, как хорошо. Ой, как люблю деревни грабить, а. Помните, мы играли, как его персонажа? Гриф, да, кажется, назывался. Мы его звали. Мы не выполняли никакие миссии, мы чисто грабежами занимались. А потом уже в политику превратили. Как в 90-е. Сначала ты гопник, а потом уже стал депутат. Кандидат в депутаты. И политиком. Уже такую добрую жизнь делали. Блин, сколько тут? 355. А, в 286 уже очагов. Расшатали мы их деревню. Сколько зерна. Ай, люблю. Ай, люблю. Все, мы их шатали полностью. Где вторая деревня? Вот она. Рыба. А, мне как раз рыба и нужна. Погнали. У нас перевеса нет, вроде, надеюсь. Вроде нет. Здрасте, караван. До свидания. Анбард Горчинка получает уровень очередной. Ну ладно, он там сам этот. Давай мне припасы. А, тоже хотите воевать? Давай автобой. У нас один, здесь будет четыре, ладно. Хорошо, автобой. Автобой зло, ребят. Всегда говорил, блин, не надо автобоем заниматься. Так, ага, дайте нам припасы. И теперь применить силу. Напасть на деревню. Так, главное, здесь, кстати, опасно. Если с двух сторон нам придут, нам пипец будет. Будет картошка. О, милосердный. Я теперь не милосердный. Проголосуйте за замок Локана. Локана. Манал. А если воздержусь? 26%. Ну давайте мне замок Локана, что ли. Я не знаю, где этот замок находится. Заодно и проверим потом. Замок Локана. Ухудшились на один. Отношения. За то, что я проголосовал за себя. Нормально тогда. Сохраняем игру. Замок Локана! А где он, ёптать? Так. Что-то одни замки у нас. Как можно посмотреть через владение? У нас 4 замка, даю знать, где нахожусь. Верность падает. Нет наместника. Печально. Но мне кажется, верность падает из-за того, что мы еще этот... Только его захватили, по сути. Локана. И на карту отметка где? Благополучие падает, кстати. Кстати, благополучие хорошее у замка Локана. Я того родственник. Ладно, пойдем сейчас дограбим эти деревни и потом уже замок Локана будем. Че, братан? Да, я грабил твои деревни, да. Теперь я твой враг? Нет, пока что. Пока нет. Сколько рыбы, сколько рыбы. Рыба, 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 рыба. Рыба это хорошо. Так, манал, манает деревни. Слушай, вот мошенничество можно было бы попробовать качать. Да, можно было бы, конечно. Я вообще еще раз хочу поиграть через мошенничество именно. Полностью качать мошенничество, посмотреть, что из этого получится. Мне кажется, будет интересный геймплей, но это будет, скорее всего, в следующих, в других прохождениях. Вот, если вы пробовали, напишите ваше впечатление, как это вообще выглядит. Итак, грабанули всех. Пойдемте сейчас пленных сдадим через Донустику и посмотрим, где этот Локана находится, замок. И? А, вот он, ёпты. Ой! Игра вылетела. Я того родственник. Блин, печально. У меня игра вылетела, ребят. Ту-дун. Ладно, перезапускаюсь. Ну, в общем, в этом месте я и, в принципе, почти вылетел, да? Ну, пойдемте через замок Ловения. Там в Донустику продадим рабов. Может быть, даже излишки какие-то уберем, тоже продадим. Да, игра часто вылетает после выхода. До выхода все было нормально. О, шалеть, кто это у нас? Северная империя объявляет нам войну. Даю знать, где нахожусь. Главное, чтобы эти ребята нам ввели войну. Асирайский султанат.
Это самое главное. Там дальше, в принципе, без разницы. Просто они, у них есть хорошие претензии на мои замки, на два. Не хотелось бы потерять свой замок. Свои два замка даже, вот так можно сказать, да? Так, ну ладно, пойдемте грабить деревни также. Вынуждать их к миру. Парасемнос, короче. Дайте рекрутов. Так, новобранец. И вашими рекрутами я же буду вас грабить. По 30 золота. Сколько тут? Очаги вообще никакие, ни о чем вообще. Бедные жители видят, как мы грабим их деревни. И все. Ай, музыка. Ай, люблю. Так. Тихо, спокойно. У нас голосование. Замок Джоргумис какой-то. Пожалуй, я, наверное, воздержусь. У меня и так много замков, если честно. Мне бы город бы дайте. Дайте город. По-братски город дайте. Красный, непосредственно город дайте. Просто и все. Так. Анира. Анира. Продолжаем грабить. О, ребята, вы что тут ходите-то? Сдавайся. Сейчас они нам убьют кого? Нет, не убили, кстати, нормально. Так, дальше. Грабим дальше деревни. Ланатос. Кстати, у него очаг 418. Надо посмотреть, сейчас мы у них этот... Баранов будем грабить. Ну, хорошо, давай. Шатать. Расшатать. Поехали. У нас одна конница, ребята, вы видите, да? Просто полная конница. Такой цвет, оттенок, да, зимний, зимний оттенок. Прости. Просто разрубили пацанов. А у меня хорошая броня. Офигеть, сломали сразу щит. Уходим. Себастьян. Просто устраиваем Себастьян. Хотя нет, какой Себастьян, ёпты. Мы сейчас вот так вот щит-лык сделаем. Вот и все. У игры большие проблемы. Три раза уже вылетал, ребят, во время записи. Первый раз вообще записывал 40 минут, и вылетела игра, и запись не сохранилась. Честно, у меня чуть-чуть пукан подгорает. Ну так, немножко. Подпылыхивает немножко. Да, лимит, не лимит. Так, ладно, давайте сейчас самых дешманских отдадим. У нас жесткий лимит, прям перелимит, прям жесткий. Ай-яй-яй-яй-яй. Воин племени отдаем. Новобранец отдаем. Хузейский хан стража вообще самый верх надо закидывать. Это топовые ребята. Лесной бандит нахер он не нужен. Варяг оставим. Имперско обученный лучник, в принципе. Тяжелый, стургийский. Блин, да все нужны. Вот реально все нужны. Ладно, имперского пехотинца отдадим. Что тут еще? Да, и придется имперского лучника тоже отдать. Хотя, стоп, подожди. Чекалдык, чекалдык, 156 сделаем. А, все, нормально. Нормально. Хорош. Применит силу. Напасть на деревню. По 60 золота мы захватываем. И еще захватываем масло ж масло. Овцы. Ой, люблю баранов красть. Ай, Римас Конократ. Души мотал. Лантас. Ой-ой-ой, ребятишки идут. ЧПДейлы идут на помощь. Делаем Себастьян. Делаем Себастьян. Такими движениями мы их отвлекаем от основной цели. Просто тупо их истощаем. ОБС, ребята, у меня вообще что-то радует. Честно говоря, либо игра как-то стала несовместима с ОБСом, либо еще что-то. К сожалению, то игра вылетает, то запись просто тупо прекращается и все такое. Да, жаль, жаль. Я уже несколько раз выиграл турниры, и наш замок взяли в осаду. Лакана. Поехали защищать его. Посмотрим. Армия Манчуга. Оборона замок Лакана. Поехали к нему, присоединимся как раз и попробуем его защитить. Надеюсь на это дело. Так, вступить в армию. Спасибо. Итак, мы что вкачали? Метательное оружие. Мы сейчас с вами изворотливый боец. 10% к урону наносимому метательному оружию в ближнем бою. Либо охотник. 40% к урону наносимому метательному оружию лошади. Не, давай первый, наверное. В ближнем бою. Подожди. Это через X получается, да? Наносимым метательным оружием в ближнем бою. Не-не-не-не-не-не. Охотник давай.
Наверное, охотник возьмем. Да, и не знаю, записалось, не записалось, я уже не понял. Я вкачал вот крепкий скакун. 20% к броне вашего верхового животного. Ну, как-то так. Ай, пошла мазута! Сейчас проверю, запись идет, не идет, и мы сразу вернемся. Кстати, мы тут этих... Понятно. Бандитов, короче. Шатнули только что на ваших глазах. Нормально. Бедный бандит, они, наверное, в шоке. Вот это другое дело. Ночная битва, как и все любите. Ну, так получилось, то битва ночная. Кстати, почему они не добавили факелы? Душу потал просто. Просто факелы не добавили, а? Дальний бой. Лучники вашего произведения игнорируют 20% брони противника. Ну, поехали. Я буду за лучников командовать. Лучниками командовать, господа. Пока пусть они идут вперед, потом будем их чуть-чуть этот ставить на нормальные позиции, чтобы делать рошечные вещи прям. Так, там конные лучники, их всего лишь 6. Я не вижу смысла их этот. Мано, схватка. Ну давай, стреляй по ним. По-братски. Идите сюда. Так, у них щиты слева, да? Блин, левой рукой. Ой, сейчас будет мясо. Ща будет мясо. Рассредоточиться. Центр пехота, понял? Ща все будет. Не ссы. Я 100 раз так делал. Стрелять, душу баш мотал. Душу мотал. Давай, стреляй. О, попали по кому-то еще. Еще раз, ошалеть, еще раз. Схватка пошла, пошла, братан, пошла. Попадаем там по кому-то. Да, работает. Нам бы, конечно, их обойти по-братски, но это, мне кажется, будет сложно сделать. Пусть пока работают лучники. Давай вот так вот. Быстро встали. Быстро, быстро, быстро. Передвижение. Пошло. Манчук уже влетел. Манчук, спасибо, кстати, что ты отозвался. Побочь нам. Идите в атаку, в атаку, в атаку, в атаку, в атаку. Перед дружественными подразделениями сражаться. Все, пошла мазута. Давай пока вот. Мы, короче, им дали атаку. О, там кричат-то, а? Здрасте. Сломали кому-то щит. Щиты прям ломаются. Жестко. О, а мне кто-то шпокнул. На, сука. В атаку, давай. Мы и так в атаке. Римас, мы и так в атаке. Вот это битва. Вот это битва. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча, ребят, фоторежим сделаю. Фоторежим, фоторежим. Мато-режим. Туда-у, сюда-у, оноу, моноу. А есть светлее? Можно сделать как-нибудь светлее? Нормал, подожди. Вот это поле зрения. Вот так вот. Можно вот так вот сделать. Подожди, подожди. Во-во-во-во-во-во-во. Ошалеть. Вот это классно, да? Вот это классно. Шатает. Чикилдык, 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 чикилдык. Я не знаю, мы сделали скриншот, не сделал. Давай, давай вот так вот сделаем. Чикилдык. О. Все. Все, все, поехали дальше. Римас, хватит. Давай играй, сука. Все, мы их добили полностью. С каких мы сняли? 5. Так, игра, пожалуйста, не вылетай. Не вылетай, пожалуйста. Она любит иногда повылетать. Берем лучников. Кстати, нам бы этот взять бы коней нормальных, боевых вещей. Это очень важно.
Это очень важно. Ну что ж, господа, это была очередная серия игры Mountain Blade 2 Bannerlord. Пишите комментарии, ставьте свои нравлики. Аноу-маноу, туда-сюда. Кстати, нашу деревню кто-то грабит. Ой, зря ты это сделал, браток. Ой, зря. Пошлите воинов. Зря ты это, браток, сделал. Ай, зря. Ай, люблю. Ай, люблю. Ай, люблю. Кстати, имперских ополченцев. Вот этих вот ребятишек надо будет всех забрать в этот. Все. Всем пока. До скорой встречи.